Глобального ремонта она не видела с 1938 года. Самая большая площадь Европы имени Куйбышева сегодня превращается еще и в самую благоустроенную. В двух скверах работы выполнены на треть, а в двух других уже полностью выведены коммуникации под освещение, укладывается плитка, новая система автополива работает как часы. Также идет восстановление борта, который идет вдоль площади. То есть мы сохраняем старый борт гранитный, который был, то есть поправляем его, при необходимости делаем подбетонку, вот, потому что сложный там практически на земле стоит. Бригады рабочих уже приступили к фрезеровке старого асфальта. Срезали больше 3000 квадратных метров из 36. Ежедневно здесь трудятся около 70 различных специалистов и несколько единиц техники. Чтобы закончить в срок, работы ведутся и днем, и ночью. Ремонтируется асфальтобетонное покрытие на площади. Восстанавливается плиточное покрытие в скверах, ремонтируется, пескоструется и красится ограждение скверов, устраивается система освещения, система автоматического полива, закладываются закладные, устраивается под устройство системы видеонаблюдения и точек подключения Wi-Fi. Общая сумма выполняемых работ на этом объекте – 242 миллиона рублей. Гарантия на капитальный ремонт площади Куйбышева – 5 лет, но срок обслуживания в разы больше. Открыть ее обещают уже в конце октября. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.